о главном за 60 секунд. В Тюмени жаркое лето и купание в водоемах спровоцировало десятки случаев энтеровирусного менингита. С июня в областной инфекционной больнице пролечились уже 46 человек. В Нижнетавдинский район приехала фотовыставка «Галерея детства». Ее задача – помочь воспитанникам детских домов найти новых родителей. Колонии области расширяют подсобное хозяйство. Например, в четвертой в этом году увеличили поголовье птиц. Скоро начнется заготовка мяса на зиму. В Тюменском районе подвели итоги трудового лета. Для подростков организовали развлекательную программу и наградили лучших. Хоккеисты «Рубина» встретились с болельщиками. Этот сезон команда начинает многообещающе. Вернулись многие игроки, исчезли проблемы с финансами.